Так, здорово всем, кто здесь. Так, еще микрофон. А, все, понял. Короче, сейчас в полочь побегаем, Олеха. А дальше видно будет, что к чему. Может, гуф ФСК по стримистам нашим. В полуфиналах будет. Чтоб уж точно подзастримить. Может, еще что-нибудь. Так, ну кусочек сникерсона съел. У меня как сегодня весь день на ходу. Ну как на ходу, на медленном ходу. Дома встал. Покушал. С Машей поиграли немножечко. Сходил за водой, поехал домой, забыл наушники, поехал за наушниками. Поехал домой, в магазин заехал, думаю, что надо купить сникерса какого-нибудь с кофе. Купил даже с Машей с нутеллы банку большую. Охренеть, она стоит, конечно, но... Так, угостить хотел. Отвез назад на велике. Все это, кстати, на велике, по снежку так давно не гонял. Ну и поехал потом сюда. Приезжаю, вроде есть StarCraft, ну какой-то там такой StarCraft, так себе. А, блядь, я не туда иду там. Мне ж в прим надо. Ну все, иди домой, малыш. Теперь с тобой все хорошо. Как чувствуешь себя, мальчик? Хорошо. Ты точно. Да. Нам пора остаться. Ну не сколи. Братан, я за тобой еще вернусь. Ты куда полетел?
Знаете что, ребята, постою-ка я немного, кушаю я сникерс до конца, пойду помою руки, потому что слипки я чувствую, не люблю девайсы трогать такими руками. Как вы видите, сижу уже опять на самурае. Извиняйте, что на стрим не стал собирать, но слава богу. Одному невозможно было собрать. Ну-ка, ну-ка, кто это там красный-то ходит? Это шериф теперь у нас тут этот. Робот-то. Ах ты говно. Преступник чертов. Залез туда стрелять на меня будет. Сейчас подойду, ребят, погодите. Так, ну все, ребят, пора двигаться. Я что хочу сделать-то? Я хочу вот подруге этой платье найти, блин. What's up? Family before. That's not far off. The good and the bad. It's like a big unending family reunion in that bunk. There's people you love, people you'll never speak to again, and it's always awkward when you run into someone you used to date. What do you want to know?
dam, really. We'd heard rumors it was working. Figured we could claim it, put it to use. And it may also have been partly that our elder didn't end up mattering. We got sidetracked at Helios 1, and the NCR took the... Так, погнали на стрип, короче, сходим. Потому что мне нужно платье. Так, это Гамора, мне надо, где модные эти жили. Ультралюкс, короче. Фу, блин. Это что такое? Ничего себе норм. Интересно, я типа крошил, а ну, кто главный-то остался? Где мне? Beg your pardon, but could I trouble you to turn over your weapon? You done right, buddy. You know, if you knew what you were doing, I could have been out of there hours ago. Fortune renovating this place. Those masks make me nervous. Is there something wrong with their faces? Бля, вот я не знаю, где тут платье-то это найти. Я ж где-то этих покрошил всех. У меня ключей же много там есть. Опа. Куда это я пришел? Интересно. Наемники сплошные какие-то бегают. Thank you.
Я что, тут платья ничего никакого? Да ну, я не поверю, что здесь нигде у них и платья нет прям никакого. Пижама тут розовая какая-то. Ребят, сейчас я... Годите. Что-то у нас солнечно сейчас стало прям как-то нереально. Так, секунду, дайте-ка я даже посмотрю. Платье. Бля, они, походу, всех покрошили, короче, я забыл собрать. Где это платье-то взять? Чё он бегает-то как припадочный, я не понимаю. Шляпа какая-то. I love the masks. It's like being at a fancy ball. Так, интересно, а у этой. Короче, блин, у этой платье-то обычное совершенно. Бля, что, на нее квест я не выполню, что ли, за это, вообще не пойму. Springs. A name like that would have only brought value. Our guys put the monorail back to work. There are a lot of rumors going around about the White Glove Society. I heard they used to be tribals.
Our executive chef Philippe is the toast of New Vegas. His ramen Wellington is absolutely sublime. Hey! Так. Бля, ну начинается, короче. Как это по-тихому-то сделать? Бля, как отсюда уйти-то? Что случилось-то? Hold on. Кто там где побиться-то хочет, я не понимаю. Something to give you. I can work on your punching with you if you like. Show you. All right, put him up. О, все, платье нашел, отличное. Там эти мокрят всех этих белых перчаток, короче. Да и хер с ними, с этими белыми перчатками, с санами. Нет, туда все больше к ним не надо. Я так понимаю. Что-то еще не обошел явно, ребята. Где у меня локация? Это открытая. Вот 4. И здесь 3, да, говорите? Так, вроде солнышко зашло. Отлично.
Ну и чё? Там месяца, да, блин. Сейчас пойдем дальше. Вот ты куда сныкался, да? Ходит тут, рычит торч. Так, а что за локация у меня еще? Да кого-то там боёшь-то всё. Ooh, got something good for me? Is it a dress? Так, чё опять за хрень? Так, отсосная станция, да. Карму где теряю, я хрен знает вообще.
Короче, ничего больше здесь полезного особо нет, насколько я вижу. Ну, черти ссаные. Эти локации, короче, надо все обследовать мне, потому что я их не видел. Потом уже, короче, надо обследовать все локации, в общем-то, проходить уже потом. Охренеть, кто там еще живой-то, где? Нахрен она всех забила-то там. Взяла всех, забила зачем-то. Got something good for me? Is it a dress?
Yeah. Фу. Я уж думал, все, кранты меня зажало. Вообще наглухо, но нет. Так, на ГГ не стрел. Че на ГГ? А что с ГГ не так? Че, у кого-то ГГ херово работает, что ли? Я чуть не понимаю. Дайте-ка сейчас проверю. Не знаю, все идет прекрасно, по-моему, стрим идет. Как прекрасно, стрим идет, по крайней мере, и все норм. Вроде все. Зачистили вроде. Век рыцарей. Чиним сами. Дальше с программист. Неплохо. Ё-моё, блин. Так, секундочку. Thank you.
Так, извиняюсь, надо было свернуться на секунду. Хрена там чертят. Просто выношу их, короче. Бля, они все не кончаются, кстати. Что самое интересное. Так, ну тут задолбаюсь я собирать все. Бля, в стенку стреляю.
you've got something good for me? Is it a dress? Так, а куда я иду-то вообще? Так, ребят, сейчас помотаю тут все, блин. Вот, все, сейчас солнце сядет, отлично, можно уже будет не закрывать тогда. Что за дверь? А, это завод сталилитейный, наверное, отсюда вышел, да? Опа. Что это такое? Ё-моё, я уж испугался. Чиним сами. I
Так, сейчас все, короче, мы здесь соединим, блин. И с оружием соединим разным там. Got something good for me? Is it a dress? Так, а что здесь есть-то вообще?
Так, а тут вообще один вариант остался. Какой-то прям большой меч тут, блин. Так, ну ладно, здесь вроде все обыскали мы. Так, ну вроде обшарили тут все, не знаю, правда, все ли действительно или нет. Так, секундочку, ребят. Так, извиняюсь. 17:21, ребят, вы меня там... Оп, куда это? Вы меня там в курсе держите, что там с Гоу ВСК. Какой там стадии наши находятся игроки. Потому что надо, ну... Если, может, побеждать-то будут, может, и постримить имеет смысл, не знаю. Гаврик-то яма, куда ты там стреляешь-то? Ну и чё, повисло всё, что ли? Не сохранился ни хрена, ну ё-моё, как же бесит меня это в Fallout, конечно, ну а чё поделаешь.
Сейчас, ребят, смотрю, что много ФСК творится пока что. Так, Энигма, брат Кабел с Нерчом. Так, Ваня тут в четвертьфинале. Кас туда идет, кстати. Если Кас Ваня будет, тут в полуфинале будет, можно и постримить будет, в принципе, да, как бы получается. Сейчас я тут понахожу все выходы, входы, я там уже видно будет, что к чему. Давайте-ка сюда грузанемся. Повисло, просто аплодисменты, блин. Хочется Моник пробить. Такие моменты, ну да ладно. Давайте еще раз, если так не грузанется, придется по-другому, да? А он грузанулся, смотрю, даже, да? И куда это я прибежал? А вот сюда я прибежал. Бах-бах, минус. Давай, грузись ты, во. Хорош гранатами-то моими кидаться, ё-моё. Валяется тут гранатами, понимаешь ли. Бодрячком так. Я думал, кто взрывается, почему там так сильно взрывается. По минам, что ли, они бегают. А им когда грены даешь, они начинают шмалять гранатами просто жестко. Нахрен этих чертей, не буду их бомбить.
Сейчас локацию надо и дальше повелу. Собаки, кстати, эти меня трогать не будут, ведь я же друг животных. Ползет уже, ползет уже сюда. Пещера Нопа, пещера полная жопа. Так, тпшимся сюда, сейчас будем все продавать нафиг, короче, у них. Так, у него деньги-то закадешились вообще. Да, у него еще деньги не закадешились, вон он дает. Ну это ж не серьезно. Carry the heavy stuff, aren't you? Так, чё-то... Welcome, sir. Вообще веса много у меня там, короче, жестко. Так, эту шляпу все продал, но что-то сейчас не прикупишь еще.
Так, помощь, давайте помощь продадим. Сенс отсепарила нафиг. Это вес просто много весит она. Проси, короче, ничего тут не говорить. Алло. Давай дошел. Давай никуда там не сходишь. В Империал надо идти. Все, давай. Так, извиняюсь, там в колонке батарейки сели, даже звонила. Ща пойду. Лечусь быстренько. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? You're back. Так, вот теперь две задачи все выложить, короче, ребят, у нас. Так.
Так, ну все, вот сейчас две локации обойдем. В принципе, можно закругляться будет чуть-чуть, если там полуфинальчик будет. А там вроде как Ваня в полуфинале будет с Касом, по идее, даже играть возможно, поэтому... колонны подналетели, ссаная. Приключенца какого-то рюкзак. Что за приключ? Опа, а это кто за жирный такой? Толстяк, у него ни хрена себе. Сейчас будет вторую локацию обойти, тут продать все, как бы, и можно будет старика посмотреть немножко. Тут я, правда, даже не знаю, запариваться ли ночью на Веск стрим, на Веска стрим. Так, что за карта шансов, хз? Что это за локация так? А, о, походу, вот здесь что-то, да, валяется.
Ну да. Так, ну покрашил за 6 падриков 4. Блин, ну да, левела еще есть мне тут. Опыта поднабрать сколько? Так, ну что, на свалку, короче, гипсом, погнали. So, you're back. Бабки-то у нее есть, а так-то особо ни хрена и нет. Так, пистолет, прижужок с собой. Толстяка оставим. Так, в новых сейчас тпшимся, короче. Все, мне проходить, я думаю, не так долго эту игру осталось. Как по сравнению с тем, сколько как бы я до этого бегал, я имею в виду. Почему? Потому что. Так, погодите. Да потому что, черт побери. Ну,
У меня осталось там несколько локаций, это открыть буквально, там штук 10, как бы, и я хочу все открыть, и там уже по последним квестам пойдем, потому что я хз, как там, ну, то есть, если они есть, там какие-то квесты еще, то непонятно, как их проходить в любом случае. А что если бэби дать, например? Посмотрим, как она бэбиком будет бомбить. Так, сохраняем здесь. Сейчас я посмотрю, ребят, что там на GoFSK вообще происходит. А, Касвания играет. Ну, короче, надо туда уже как бы идти, чтобы зарестримить-то нормально получается, да, как бы, и уже потом тогда переходить к Старику сегодня. Веск там вечером постримить, как бы. Так, короче, ребят, врубаю свет, выхожу из фолоча, короче, сейчас Twitch YouTube вырублю, вот, идите на God Game, сейчас топ-стар сделаю, в общем, и будем, короче, старик смотреть. Все, ладно, делаю, короче, стоп-старт, ребят.